Знаете, Кудрявая, это Ярослава Николаева, представляете? Угу. Это я перископу говорю. Ясь, повернись. Тебя не узнают. Тебя, тебя никто не узнает в таком. А она сегодня в образе Мерлин Монро. А я в образе сегодня ведьмы пока что. Пока что. Это ненадолго. Да, сейчас меня еще пока прихорашивают. А вот Маша Кузьмина уже хорошая. Она уже вон красотка. Это перископ? Да, это перископ. А это Аня. Вот властелин комбинезонов наша Аня, которая эти самые, как он, заведует. Главный по тарелочкам, главный по комбезам наш. Наш спонсор Титифай. У нас сегодня большая съемка. Будем делать сегодня трансляции, будут очень много прикольных всяких этих штучек прикольных, костюмчиков. Машу спрашивают, Маша, готовишься ли ты дальше? Я на осень. Маша на осень решила готовиться, Маша решила. Маша на массе, она решила. Вопрос, какой категории? Маша решила поднабрать, она на массе. Да, да, я думаю, все-таки в бодибилдинг пути ближе, он мне по духу, по сердцу. Ты серьезно? Ты сейчас шутишь или правда? Маша не знает, какую категорию. Она уже все категории перемерила. Что еще осталось? Маша, осталось только в платьях вот эта новая категория. Ну что, не, не, в платьях. Знаешь, конечно, же новая категория, где они в платьях. Да. 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 Да нормально, Маша, что вы, голос все остановил. Все хорошо. Маша, привет from Istanbul, пишет. Тебе из Истанбула привет пишет. Маша ушла, она пошли съемки, у нас там по очереди снимают, а потом будет групповая фотография. И спина такая ходит вот там, да? Такая мельтешит спина. Кто снимает? Я не помню, как девушку-фотографа зовут. Как девушка? Фотограф эти как зовут? Никто не знает, как это. Она уже тоже. Ты тоже в перископе? Ты что, мою аудиторию переманиваешь? Ты прав. Я шучу. Все сразу от меня отписались, все включили Ярославу. В чем сейчас? Здесь еще Юлия Ушакова ходит. Люда Никитина, Юлия Ушакова. Они пошли, по-моему, уже туда. Аня Тутушкина выпала из нашей обоймы, пока временно. Она просто немножко беременна у нас. Ну, немножко еще чуть-чуть. Она как бы только у нее начальный срок. Ты кто? Я лохматая женщина. И еще пока не знаю, пока. Он еще не закончен, меня сейчас еще будут подмазывать. Не все бикини. Почему? Ярослава, она бодифитнес, Люда Никитина, она фитнес, и еще у Юли Ушакова, она тоже бодифитнес. По-моему, бикини только я. Маша Кузьмина, не знаю, на бикини. Видимо, бикини. Последний раз выходила. Съемки Титифа, рекламу еще не делал. Ждите, буду включаться. Поставлю камеру и будете смотреть, как мы фоткаемся. Ребят, я удаляю, потому что воруют потом трансляции, размещают на своих каналах. Мне это не нравится, без разрешения нельзя размещать чужие трансляции, поэтому я все удаляю. Не хочу, чтобы кто-то пиарился за счет нас. У меня сзади, видите, композиция. Вот сначала мне их начесывают. Юляха, подождите. Юляха, заценись сюда. Юль, повернись, Юля. Реклама, прямой эфир. Она со всех сторон. Так, а мне куда? Пока везде. Не куда, пока, знаете, красиво сидит. Привет. Какая красиво, говорит, сидит.
что все заценили. Вдохни, выдохни, вакуум. Ох, смотрите, сейчас все они позавидовали в этот момент. Сейчас просто полстраны хотят оказаться на ее месте. Почему говорит я раньше? Классный костюмчик, кстати, очень красивый. Новый какой-то. Мне очень топик нравится. Да, топ классный. Не, да он весь классный. Да не, классный костюм. Да. Еще вырез хороший на лосинах такой. Я не знаю, я лосинах не занимаюсь. Там я пару раз была на съемках, очень много народу. Напиши мне. Красотку. Красотка. Красотка. Я что ли? Я еще пока не красотка. Офигенный костюм, пишет. А у меня офигенный свитер, видите? Что кушаю? У меня пока просто кофе, а кушать я с собой паровые 4 котлеты из мультишки. 4 паровые котлеты. Нет, томатную пасту не ем. Ну, в межсезонье могу помидорку поискать. Так, мне надо еще помидорку. Юлька Ушакова вся фоткается. Все это самое. И так она, и сяк уже. И так, и сяк. Ой, не могу. Брожуля. Костюм. Вот что значит, девушке новый костюм дали. Она уже и так, она уже и сяк стала. А мы за ней шпионим. Сейчас ждите новых Юлькиных фоток в Инстаграме. И так она, сейчас уже портрет пошел, Юлька, и так и сяк. Сейчас посмотрим, что мне, какие костюмы у нас будут. У нас у Тети Фай было больше ровно на одну Аню Дудушкину, которая беременная в декрете сейчас. Поэтому мы... Нас сегодня впятером фоткают. Нас пятером. Я вообще здесь буду дома. Анечка сейчас, она до сих пор в команде. У нее же контракт, она просто... Она просто сейчас будет для беременных продвигать. Потому что комбинезон, на самом деле, на беременных девушек тоже прекрасно налезает. Вот. И очень красиво. Ну, блин, это групповая фотография, это реклама, и как-то один человек беременный среди пятерых других небеременных, это как-то выбивается немножко из общей массы. Но решили просто вот пока вот так вот. Свитер обычно такой длинный, знаете, и такие слим, красы никого не интересуют. Слим такой, штаны и такой, как лосины, и леггинсы. И свитер длинный. Да не знаю, куда выхожу. Мне как на пенсию уже меня все отправляют. Все никак. Не могу понять, куда мне выходить. Непонятная ситуация. Я вот думаю, может, на Москве выйти. Пока еще сомневаюсь до сих пор. Выходить на Москве или не выходить. Так, один у Оксаны. А вот это твой свободный. Не, пока еще не планирую. Да. Родов не планирую. У меня все про роды спрашивают. Так, получается, рисунок Оксаны, Павла, Даша. Дочки хорошо. Я готова. Вперед? Готовится у нас соревнование. Девчонки. Можно без фармы подготовиться, конечно. Я не думаю одеть кудряшечки. Знаете, как клево у меня кудряшечки такие. Так, опа. У меня так дома не получается. И они не держатся. Что ты хочешь? Ну, я еще не готова. Ты красотка, меня еще не докрасили, не докрутили.
Да, а меня вообще не крутили. Ну хорошо, ты сама по себе такая красотка. А меня еще нет. Мне еще надо крутить и красить. Ты красивая. И нечего сказать, да. И нечего сказать. Сейчас мне тоже все завидуют. Завидуйте мне. Я трогаю Юрку Ушакову. Надо постоянно втягивать живот, да? А ты что-то кушала, что ли? Вчера? Сегодня. А сегодня только тоже наелась? Что? А, молодец какая. Молодец. Я вообще голодная не ходит. Слышали, вот человек голодный не ходит. Вообще. Вообще. Еще скажи, сейчас убей всех, скажи, что ты все подряд ешь. Ну нет, это я не скажу. А ты скажешь, а я все подряд ем. И я худая, и я красотка. Половину тебя сразу забанят после этого. Мне надо Wi-Fi, конечно, у меня тут связь подвисает конкретно. Связь зависает. Аня ушла? Блин, надо от Wi-Fi пароль, у меня он завис. Весь мой перископ.